Друзья, добрый день. Меня зовут Михаил. Вы на канале Boston Technic. Сегодня хочу представить вашему вниманию вот такого гиганта. Трактор Caterpillar 2009 года. Просто в идеальном состоянии. Пройдена диагностика у официальных дилеров. Обратите внимание на резину. Резина в отличном состоянии. Гидравлика 4 выхода. Резина, видите сами, состояние отличное. Бак 1700 литров, кабина полностью обслужен, готов к эксплуатации. Мотор работает как часики, все отлажено. Так, сейчас я вам покажу сочинение. У этого монстра 448 лошадей. Сейчас мы заберемся в кабину. Блок управления. Наработка 11700. Так что, друзья, машина полностью обслужена. Готово к работе.